Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас будем мы прокачивать дальше наших покемонов. Так, где? Вот он. Так, отлично. Так, идем мы сейчас вот сюда. Итак, ребята. Сначала давайте мы вылечим наших покемонов. Нет, сначала мы... фиг его знает. Сначала давайте все-таки раскладим вот это все в сундуки, что у нас есть сейчас. Так. Вот так. Тут у нас... Что еще? Вот. Тут у нас... Так. И что тут? Вот, вот так. Вот. Это возьмем. Сюда поставим вот это. И так, что-то я хотел, ребят. А, вот. Сейчас я посмотрю. Одну вещь. Да фиг его знает. Ну. Вроде вот это. Поставить на... Вот, чтобы он прокачивал счастье или... я точно не знаю, но вроде вот это. Так, ты что тут забыл? Какой ты уровень? Ну, в принципе. Так. Ребят, я уже, в принципе, думаю... Можно эволюционировать наших покемонов, которые эволюционируют только с помощью обмена, но так как они эволюционируют только с помощью трейд-машины, то я сделаю так, как бы, обычно, что, типа, буду спамить покемонов и буду их ловить, как бы, уже их следующей эволюции, потому что через трейд-машину никак не эволюционируешь. Так, сейчас, ребята, что там у нас... Ночь, да, давай... Нет. Сначала... хотя, да, давайте идем поспим. Идем мы поспим, я так думаю. Да, идем мы поспим. Так. И сейчас... Давайте, пускай вот он за нами бегает. Сколько у него уже... 22. Ага. Так, бегай пускай пока что за нами, а мы пойдем вот, например, вот сюда. Тут у нас... Нет, никого не вижу. А где он? А, он... Там, ладно. Тут у нас тоже никого. Тут, например. Тут у нас тоже никого. Так, а где наш остров? Остров. Вот он, отлично. Так. Ну, в принципе, что-то я никого тут не вижу. Каких-то больших уровней. А, вот, действительно, что я вспомнил. Пойдем мы, наверное, все-таки в горы качаться. Так как в горах... О! Ну... пока что я не буду вот это брать. Потом возьму. В горы, так как в горах есть еще как бы... Такие покемоны, которых у нас еще нету. Поэтому, ребята, в горах можно и отлично прокачаться. И словить еще покемонов, да. Так. Тут у нас никого нету. Давайте пойдем вот сюда. Вот сюда. Так, ух. Отлично. Так, тут у нас я тоже никого не вижу. Каких-то больших уровней или... Ну, не то, что больших уровней, я... Ладно, пойдем мы вот сюда, например. Тут тоже толком никого нету.
Вот что я вспомнил, ребята. Вот что я вспомнил. Алтари же не добавили еще в игру. И поэтому заспавнить легендарных покемонов толком пока что еще никак и нельзя. Синдаквилл он у нас есть вроде. Поэтому, ребята, я думаю, наверное, сделаем алтари за алмазы, как бы покупать их в магазине, потому что, ребята, никак не заспамишь легендарных покемонов. И поэтому фиг его знает, как мы их словим, да? Ну, не знаю, ребят, не знаю. Сначала вот что... Нет. Сначала давайте мы... Хотя... Да, давайте мы пойдем домой. Что я хотел, это поставить наших покемонов в компьютер, которых мы уже прокачали, как бы. Вот этого... А, ну, в принципе, вот его и кто Иглибаф, он у нас как эволюционирует? Вроде первый уровень счастьем или нет? Или да? Я не помню. Ребят, честное слово, не помню. Пускай будет счастьем, да. Так. Ну что ж, идем мы, наверное, тогда в лес. Идем мы в лес, вот. И будем, вот, в принципе, ловить тут покемонов, которых у нас еще нету. Да. Только фиг его знает, кто тут может быть. А, ух ты ж, твою ж. Так. Вот, отлично. Ну что ж. Идем мы, будем ловить. Будем прокачивать. Да. Так. Так, а ну, прокачалось ему немножко. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, прокачивается ли ему счастье. Один уровень мы ему уже прокачали, так что еще один уровень. Так, прокачалось? Да, отлично, ребята. Значит, будем мы прокачивать ему уровень. Прокачка Голбата, или как он, ну, в принципе, как он там называется, будем мы его прокачивать, так как говорят, у него еще есть эволюция, да, счастьем, как бы она эволюционирует, да. Поэтому будем мы его прокачивать, ребята, да. Так. Тут у нас толком никого нету. Давайте мы пойдем все-таки на остров. Или вот сюда, например. Вот, отлично. Сейчас, есть вот там у нас, вот он тут. И он в земле, да. Копаем туда. Нужно уже отремонтировать, ну, ремонтнуть нашу кирку, а то уже почти что сломалось. Так. Вот он, отлично. Иди вот, отлично. Иди вот сюда. Ух ты, ребята, мы еще один мастербол выбили. Нам уже просто эти мастерболы капут. А ну, сейчас, секундочку, тут нет. Есть фусил? Нет? Ладно. Сейчас, может, еще и тут... О, там покемон босс, ребята. Еще один. А тут у нас гравий. Сейчас мы посмотрим. А, ну ладно, идем мы вот... Хотя фиг его знает. Может еще в шахте немножко. Нужен нам еще один гравий. Вроде еще одного не хватает. И у нас будут уже почти что... Как бы у нас будут уже все, да? Вот те покемоны. Каменные. Фосил покемоны, да. Так. Отлично.
Так. Сюда, например. Ой, что-то как-то не туда. Сюда. И на остров. И да, идем мы на остров, ребята. Идем мы вот сюда. Так. Тут у нас... Нет, 26 уровень. Нет. Идем мы, например, вот. Нет, 29 тоже нет. Хотя, в принципе, вот тебя можно. Так, он уже... Голубат у нас уже 30-й, ребята. 54. А если он будет за нами бегать, то тоже, да, вроде будет выигрывать. Ну, как бы вот это. Уж, а вот еще один. Сам он не убьет, я так думаю. Не, ну, в принципе, убьет, но... Так. Так, отлично. Покемон босс. Опять в земле. Нет, да. Ну давай. Да давай ты. Так, копаем. Ну. Вот, я уже вроде там, хотя, где он? Воу, чё там? Убьёт его? Нет. Так, и... Убил? Да ну нахрен, как? Как? Отлично. Так. Идем мы домой, ребята. О, там еще один покемон босс. Сейчас. Ну давай. Так, он. Где? Да чё ты? Где он? Ух, там еще один. Давайте сначала. Куда бы? Давайте сначала сюда. Сначала мы, наверное, прокачаем. Да. Сначала мы Голбата прокачаем. Вот эту. А потом Иглибафа мы будем прокачивать. А сначала мы ему, наверное, прокачаем уровень. Так, вот там у нас, в принципе, был еще один, но я так думаю, он уже, да, пропал. Так. Идем мы...
Идем, ребята, поспим. Так. Так, и идем мы. Да, сказал, идем поспим, да, и. Так. Так. Так, так, так. Так, и куда бы нам пойти, ребята? Ох, 70. Ну, отлично уже, в принципе. Так, сюда, например. Пойдем мы вот сюда еще. Вот это там есть покемон. Он опять в земле. А, не хочу я туда рыться, ребята. Так. Может действительно сделать вот эти, как их там, раркенди. А в принципе мы их можем купить. У нас же есть куча алмазов. Ха. Действительно. Можно их купить, ребята. И прокачать Голбота, в принципе, уже. Хм. Я, наверное, так и сделаю, ребята. Посмотрю, на что еще можно потратить алмазы, так как, в принципе, думаю, еще будут они нам нужны. Так. И... Так. Действительно, давайте пойдем домой и сделаем вот это. Так, 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 так. Там у нас еще один покемон босс. Где он? Да опять в земле. Да чё так? Опять? Где ты? Это ты где? Вот он. Давай. Отлично. Так. О, там еще один. Вот он. Так. Ух, отлично. Матштом уже эволюционирует. Наш маткип уже отлично. Ну давай, давай. Так, сейчас, давайте вот это соберем. И пойдем вот сюда. Так, вот он. А, отлично, ребята. Так, ну сейчас давайте. Чё бы. Ух, в принципе, уже отлично, ребята. Так. Сейчас, я думаю, кого бы прокачать.
В принципе, Голбат... О, ну, сейчас, там еще один покемон босс. И опять в земле. Нет, вот он. Да ты же... Да я ему... Это нет. Так. Вот это и вот это. Отлично. Так, ребята. Давайте, в принципе, на этом уже мы закончим эту серию. Начали мы прокачку Голбата, да. Ну, в принципе, я думаю, прокачаем мы его уже до его следующей эволюции. И, ребят, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.